ФСК ЕС – это самая крупная в России энергетическая компания по передаче электроэнергии. Это своего рода как «Газпром» на рынке газа и «Транснефть» на рынке нефти. Скорее всего, большинство высоковольтных линий электропередач, которые вы видите на полях, принадлежат именно ФСК ЕС. 80% акций принадлежит компания Россети, 20% находится в свободном обращении. Бизнес образовался в результате реформы РАО ЕС России, проведенной в 2008 году Анатолием Чубайсом. В результате реформы в состав РАО ЕС не вошли 4 региональные компании. Это Башкирэнерго, Татэнерго, Новосибирскэнерго и Иркутэнерго. Председателем совета директоров является Андрей Муров, сын Евгения Мурова, генерал армии, который являлся директором Федеральной службы охраны Российской Федерации.